Венгрия намерена блокировать любой шаг, направленный на сближение Украины с Европейским Союзом. Такое заявление сделал министр иностранных дел этой страны. Он назвал, цитирую, позором принятие нового закона об образовании, который предусматривает преподавание для представителей нацменьшинств всех предметов на украинском языке. На это высказывание отреагировала министр образования Украины Лилия Гриневич. Она заявила, что такая острая реакция венгерских властей вызвана, скорее всего, неправильным толкованием норм нового закона. Мені здається, що Угорщина має бути зацікавлена, щоб громадяни України, зокрема, які є угорського походження, мали більше шансів на інтеграцію в Європу. Вони мали бути зацікавлені в тому, щоб їхні громадяни могли реалізовувати себе, вірніше, українські громадяни угорського походження могли реалізовувати себе також в Україні, а не всі виїжджали одразу в Угорщину. Встреча Лилии Гриневич с венгерским коллегой запланирована на 19 октября, а уже завтра она пообщается с министром образования Румынии, чей МИД также раскритиковал этот закон. Теперь документ передадут на экспертизу в Совет Европы. Шантажом назвал заявление Венгрии глава украинской делегации в ПАСЕ нардеп Владимир Арьев. Он отметил, что Украине есть чем ответить, если Венгрия будет блокировать евроинициативы Киева. В Совете Европы украинских делегатов в три раза больше, чем венгерских.